Привет всем! В сегодняшнем видео хочу показать вам такую вот посылочку, которую я сегодня получил. Это у нас беспроводные наушники. Как видите, даже вот фирма указана прямо на самой упаковке, на самой посылке, что за наушники Heavit. Вот. Давайте распакуем, посмотрим, что за моделька конкретно. Итак, собственно, вот так вот выглядят наши наушники беспроводные от фирмы Heavit. Очень все рекомендовали, очень хорошая моделька. Чем она хороша? Например, одно из самых преимуществ — это 2200 мАч. То есть этот бокс, где заряжаются сами наушники, он еще и, в принципе, служит как пауэрбанком. То есть очень хорошо. Их хватит надолго. Упаковка полностью запечатанная продается. То есть фирма очень хорошая. Давайте, собственно, покажу, как выглядит сама упаковка, что здесь есть. Вот, я просто пройдусь, и вы сами посмотрите. Кстати, здесь Bluetooth 5.0 версии, по 60 мА в каждом ухе получается, 2200 мА это в самом уже боксе. Хватает, как видим, очень надолго. В общем, наушники очень крутые. Давайте распакуем, посмотрим более подробно. Я вот, в принципе, включу, потом проверю, и потом уже вам более подробно все это расскажу. Давайте, собственно, упаковочку снимем, чтобы посмотреть на сами наушники. Так, упаковочка такая вот, в принципе, интересная, презентабельно все, кстати, сделано, очень симпатично. Сами уши и сам бокс отдельно. Кстати, тяжеленький, очень даже тяжеленький. Но действительно пауэрбанк. Софт-тачевое покрытие. Очень классное софт-тачевое покрытие. Кстати, оно есть черного цвета наушники. Также имеются желтого, по-моему, и красного. Прикольно закрывается. То есть все качественно сделано. Очень даже качественно. Красиво сделано. Ладно, сами уши. Сами уши имеют, как там указано, в принципе, технологию IPX5. Под воду, в принципе, с ними нырять, я, наверное, я сомневаюсь, что можно. Но, тем не менее, от дождя должны спокойно защищать. Интересные уши, в принципе. Видно вам, не видно. Кнопочка имеется, щелчок реагирует. Давайте поставим на зарядку, посмотрим. Очень хорошо прилипает. Вообще не вылетает, очень качественно держится, в принципе. Так, зарядка здесь видна. Чем она видна? Здесь, по-моему, синим только что светилось. Это, наверное, сразу, когда включается, заряжаться. Дальше просто заряжается. В общем, я сейчас пока что отключусь и более подробно их проверю, а потом уже скажу свое мнение, что конкретно я почувствовал, стоит ли их покупать или не стоит. Давайте пока что отключусь. Итак, вернемся к этим наушникам. Наушники действительно крутые. Сразу хочу сказать, что они, шумоподавление здесь отличное. То есть, когда вы вставляете в наушники в уши, вы сразу перестаете все окружающее слышать. То есть, это такой как и минус может быть, так и плюсом, как для кого, в принципе. Так что имейте это в виду, если вы где-то гуляете по дороге, например, то чтобы не пропустили там где-то что-нибудь, машина вас не сбила и тому подобное. В общем, модель называется i93. Я в прошлый раз не показал, да? То есть показал, не сказал. Также не показал, какая комплектация еще имеется. Кстати, здесь в комплекте еще имеются амбушюрчики. Амбушюры здесь очень хорошо тоже упакованы. Здесь их как маленькие, так и побольше. И средние. Но одни уже стоят, получается. Также книжечка. Макулатурка. В общем, почитать. Это гарантийный талончик такой. И, собственно, сама книжечка для того, чтобы почитать, например. В общем, мануальчик. Так, собственно, и еще дополнительно есть USB-микро-USB. USB-микро-USB, то есть для зарядки. Вот, собственно, больше ничего. Комплект такой, в принципе, стандартный.
Итак, и сзади у нас, кстати, в боксе еще имеется вот такая вот штука. То есть заряжать можно с помощью microUSB. Также имеется USB разъем, то есть можно его использовать как powerbank, как я уже сказал. То есть можно сюда вставлять этот смартфон и заряжать его тоже, кстати, через него. Если у вас где-то в лесу, например, или еще где-то вы, допустим, где-то не вовремя сел у вас смартфон, можно чуть подзарядить. Это хорошо. Так, по звуку давайте. По звуку здесь звук отличный. Очень мне нравится. Здесь очень низкие такие хорошие басы, высоких тоже достаточно. Ну, в общем, такие, смотря на какую песню получается. Звук отлично себя показывает. По громкости они как бы чуть меньше, чем обычно другие. В принципе, в основном, практически у всех наушников я все равно делаю 60, где-то 50% громкости, максимум 70. Потому что на полностью громкость это просто невозможно слушать. У вас уши долго не послушаете. Поэтому я думаю, вот этой громкости вполне достаточно. Наушников хватает примерно на 3,5 часа одного заряда, но так как здесь 2200 мАч получается аккумулятор стоит, получается, значит, вы сможете от одного этого бокса зарядить их раз 15 примерно. Так что один раз зарядили бокс и пользуйтесь этими наушниками хоть до посинения. Ну, в общем, очень надолго их хватает. Работает примерно на 52 часа от одного заряда, если так посчитать, по 3,5 часа. В общем, очень надолго их хватит. Самое главное преимущество здесь, что они стоят примерно $32. То есть это очень дешевые наушники за такую цену. С таким зарядом, с таким качеством звука, очень хорошие наушники, нереально. И фирма хорошая, и сама моделька очень понравилась. Сигнал держит очень хорошо, в принципе, от смартфона. Того же, например, две бетонных стены спокойно выдерживает. То есть вы можете спокойно ходить по квартире, и ничего не будет пропадать. Это очень хорошо. По поводу микрофона, здесь можно, кстати, тоже поднимать ту же трубку, если вам кто-то звонит, например. Но по качеству звука так себе, средненькое. Нельзя сказать, что они хорошие, потому что они обычные. Я еще, в принципе, не встречал таких наушников беспроводных, чтобы очень хороший звук был по микрофону, чтобы вас хорошо слышали. Так что имейте в виду. Ну так, для разговора хватит. Что интересно, что когда вы, например, подключаете его к смартфону, к примеру, у вас заряжаются вот эти уши, вы только их достаете, пару секунд проходит, и у вас они сразу начинают играть. Это очень хорошо, я считаю. То есть не нужно никаких лишних подключений, вы просто один раз подключились, и если конечно, не отключились до этого потом, можно сразу доставать. Также ложить обратно в базу, и сразу звук пропадает, то есть они сразу дальше начинают заряжаться и выключаются сами. Это очень хорошо, как видите, зарядка вот белым сразу идет, мигает, то есть идет заряд. По поводу кнопочки. По одному нажатию это у нас получается пауза play, ну собственно стандартно нажали пауза play песни там. По двойному нажатию переходит в Google Assistant, и когда задерживаете, нажали и держите, к примеру, по правому уху перемотка песни до начала песни получается, по левому уху перемотка, ну в смысле переключает трек назад. То есть такая стандартная, в принципе, процедура. Лежат в ушах, в принципе, когда воткнули, очень даже хорошо, но смотря, конечно, амбушюра, вам подберете себе сами, но не выпадают совсем, когда даже при беге я пробовал, например, они совсем держатся отлично, не выпадают никак. В целом, наушниками я очень доволен, рекомендовать точно могу, так что, если хотите, можете покупать, потому что реально цена очень дешевая. Я, в принципе, еще покупал по скидке, когда была распродажа у день рождения Али, например, там была цена еще ниже, но, тем не менее, даже по этой цене $32, это очень низкая цена для таких наушников. Так что и по звуку, звук здесь отличный, и по мощности, то есть здесь то, что можно их очень долго слушать на одном заряде, и качество сигнала, то есть все очень хорошо, очень достойно, так что рекомендую. Ссылочку, где я ее покупал, конечно, скину под видео, сами посмотрите сейчас актуальную цену, может там даже еще какая-то скидка будет, так что смотрите, выбирайте, покупайте, не покупайте, решать вам, но я рекомендую, реально крутые наушники, каждому такие наушники советую, они очень полезны будут с таким аккумулятором где-то в дороге при любых обстоятельствах. А пока что на этом будем прощаться, до скорых встреч, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, пока!